Здравствуйте, друзья! В прошлом году, в декабре, начался необычный проект. Мы вместе с подписчиками канала разработали двухместную палатку Archeos 2P. Двухместная э, палатка купольная, самостоящая, и в ней были собраны многие пожелания э, наших подписчиков о такой хорошей, добротной, качественной, простой палатке. Не очень тяжелой. И проект стартовал, у многих подписчиков уже есть эти палатки. И, честно говоря, я в шоке от того, куда они с ними забирались, потому что уже есть и в горах, и где-то на ну, ураганах, ну и в самых интересных и красивых туристических местах э, нашей страны. Но было еще одно пожелание у наших подписчиков сделать трехместную палатку. И я рад сегодня представить трехместную палатку Archeos 3P. Вот так вот. Еще раз об идеологии этого проекта. Задача была сделать простую, качественную и недорогую палатку, доступную, которая бы удовлетворяла запросам многих туристов. Не абсолютно всех, не абсолютно универсальную, но все же достойную. Ничего невероятного в этой палатке нет. Давайте расскажем. Это простая проверенная конструкция. Значит, палатка двухслойная, самостоящая, купольная, основанная на схеме из двух дуг и консоли с двумя входами и с нормальными хорошими материалами. Сейчас я поставлю внутреннюю палатку и расскажу, как изменилась палатка в переходе от двухместной к трехместной. Так, внутренняя часть от палатки Archeos 3P. Это трехместная палатка, и самое главное ее изменение, это, естественно, размеры. Она стала шире, и она стала теперь составлять 205 см в ширину. Мы задумывали даже еще больше сделать, знаете, такую 3 ⁇ И может быть в будущем еще и появится версия 3 ⁇ например, 210 в ширину. Но теперь это квадрат 205 на 205, и это очень хорошо и комфортно можно разместиться в походе троим, очень плотно четверым. И если, например, рассматривать ее как вариант комфортного отдыха, то для комфортного отдыха такая палатка подойдет для двоих с большим количеством вещей. Еще важные изменения в трехместной палатке стали толще дуги. Теперь они составляют 9 мм, и э, это сразу видно, что палатка стала более ветроустойчивой и упругой. Дело в том, что, во-первых, это алюминиевый сплав Т-70001, но кроме этого, Важно то, что палатка трехместная, она больше объемом, она больше парусит, и она должна лучше сопротивляться в этом смысле э, ветровому давлению. Один наш зритель двухместную палатку взял в горы, не да, ради Бога, мы, мы не рассчитываем на то, что это экстремальная палатка. Но человек взял ее, купил запасные дуги на тот случай, если она сломает ветром дуги. Но даже вот ту, те тонкие дуги, по-моему, они сколько? 7,5 мм, они у нее не сломались. А здесь 9 мм. Это очень и очень хорошо для трехместки. Кроме того, палатка выпускается в двух вариантах. Один вариант трехсезонный для такого отдыха в основном летом, и в нем много сетки на внутренней палатке и нет юбки. И выпускается в варианте четырехсезонном. И в четырехсезонном мало сетки, мне кажется, даже еще меньше, чем в двухместной с юбкой. И тент с юбкой. Мы можем просто сравнить, потому что у нас есть четырехсезонная палатка Black Deer Archeos 2, и мы можем поставить внутреннюю и сравнить рядом. Но так или иначе, сразу видно, что здесь всего два небольших окна, и все остальное пространство занимает ткань. Естественно, что в этой палатке это было одно из важнейших требований наших зрителей дублированные входы. Входы полностью дублируются сеткой и тканью. Внутри осталась такая же э, полочка наверху, это тоже была особая просьба наших подписчиков. И внутри стало 4 кармана по углам угловых и еще один дополнительный по центру с одной из сторон. То есть всего у нас 5 карманов и полочка. Для трехместной палатки это большой шаг вперед. То есть мы были жалобы на то, что два кармана в двухместной палатке маловато. Теперь их 5. Вот можно посмотреть, насколько стала длиннее консоль у палатки трехместные э, трехместной. Но я вам скажу другой момент. У нас с вами сейчас на обзоре еще прицерийный образец, и в нем дуга 110 сантиметров. А мы попросили сделать, и будет палатка уже в массовом варианте перешита на 120 сантиметров консоль, то есть она будет на 10 сантиметров шире, что еще больше увеличит внутреннюю обитаемость палатки трехместной. Для обитания там трех человек это существенно. Вот, хорошо видно, что у нас трехместная палатка и двухместная. Естественно, двухместная значительно уже, ниже, у нее тоньше дуги. И хорошо видно, что у двухместной с юбкой а, больше сетки, чем у трехместной с юбкой. С одной стороны, вентиляция нужна, и здесь достаточная для вентиля... вентиляции для трехместной палатки. С другой стороны, в палатке с юбкой всегда больше конденсата, чем в палатке без юбки. И может случиться такая ситуация, что сильный дождь, и он выбивает конденсат, не дает ему стекать, и выбивает конденсат через сетку на спальник. В трехместной палатке такого варианта, ну, он может случиться, но это будет совсем немного, почти незаметно. Здесь у нас такая, такой случай один раз был. Итак, наружный тент мы поставили. Давайте поговорим о материалах. У нас с вами ткань с полиуретановой пропиткой и с индексом водостойкости 3000 мм. Ну, мне кажется, это условные 3000, потому что в действительности вот за сезон эксплуатации с двухместных палаток мы так и не смогли найти такую ситуацию, при которой реально как бы ткань пробила сколько бы ни было, какие, под какие сильные ливни мы бы не попадали, они все были удержаны. Дно, ну, и вот сложно себе представить, как его, если специально только не протыкать гвоздем, как его можно проткнуть, и поэтому, в принципе, палатка не требует футпринта. Если вы не попадаете в какие-то особенные условия, где там, я не знаю, острые скалы, еще что-то, в целом все с ней хорошо в этом плане. Угловая фурнитура сделана на основе строп люверсов с металлической вставкой и фастексов. Фастексы новые. Вентиляция сделана на основе классической, на основе двух окошек. И вам нужно обязательно приподнимать и подвязывать. Есть специальная возможность, есть специальные хлястики для подвязывания юбки, чтобы вентиляция правильно шла снизу к окошкам наверху. Но тем не менее, я должен сказать, что любая палатка с юбкой всегда будет испытывать проблемы с вентиляцией и с конденсатом. Конденсат естественная вещь, с ним надо бороться. И в палатках без юбки, будет вариант без юбки, конденсата значительно меньше на порядок. Даже если вы подкручиваете... Э Юбку, а юбка 15 сантиметров, то э, зазор остается очень небольшой. Конечно, если вы используете палатку в условиях сильного ветра, если несет песок или что-то еще такое, э, снег, то тогда юбка помогает. Но в обычной жизни вам лучше приоткрывать входы, тем более, что здесь широкая консоль, входы не нависают над э, внутренним входом. И у вас есть возможность приоткрыть входы и сделать вентиляцию с боков, и тогда у вас будет значительно меньше конденсата. Вообще, вопросу борьбы с конденсатом я думаю посвятить отдельный ролик, он у нас выйдет скоро. Палатка оснащена штормовой системой, простой штормовой системой, потому что это не экстремальная палатка, она не рассчитана на э, суровые условия, там, высокогорья. Э, все э, оттяжки сделаны со светоотражающими элементами, точно так же и... Э, Петли, на которых крепится штормовая система, тоже сделаны со светоотражающими элементами. Это помогает очень хорошо, если вы ищете палатку ночью в темноте при помощи фонаря. Надежные молнии показали себя очень хорошо в течение сезона. Никаких с ними проблем в течение нескольких месяцев постоянного использования не было. В тамбурах, которые длиной 80 сантиметров, можно установить рюкзак, можно сохранить вещи. Конечно, это не громадные тамбуры, но это походная палатка. И вот еще важнейший показатель, о котором я в самом начале не сказал, это вес. И давайте поговорим о весе, потому что самое интересное предложение по весу – это, конечно, трехсезонная палатка, которая пока у меня ее на руках нет, потому что мы вам прямо вот горячий пирожок пищем. Это предсерийный образец, его еще нет в продаже. Так вот трехместная палатка шириной 205 сантиметров это при том что дел... называют трехместными и 180 сантиметров и 175 китайцы здесь 205 сантиметров шириной а палатка будет с полноценная двухслойная с э, развитыми дугами то есть не какая-то там на палке э, она будет весить в районе 3 килограммов 50 или 80 граммов если вы это полный вес если вы э, измените ситуацию с колышками, я отдельно сейчас поговорю про колышки, если вы оставите дома лишние чехлы, ну вот реально сделайте такой трейлвейт, то что называется, да, минимальный набор палатки, или пол колышки вообще вырубите в лесу самостоятельно, то получится эта палатка где-то 2 килограмма 800 грамм. Полноценная трехместная или даже четырехместная вплотную походная палатка весом 2 800 это, знаете, Стоит многого, потому что, в принципе, как и с палаткой Black Deer получается, что они смыкаются с классом ультралегких, хотя на их поле не заходят. То есть вы получаете легкую походную палатку, которую нести может, по сути, один человек, и при этом вы получаете все таки нормальную палатку. Полноценную, со всеми дугами, со всем комфортом, и с, пол... с полноценной тканью, э, не... с нетонкой, с полноценной тканью дна. Это очень хорошее решение. Что касается палатки с юбкой, то она весит около 3 килограммов 500 граммов. Сейчас я не могу сказать абсолютно точные цифры, потому что, вы знаете, я говорил о том, что дуга будет шире. Это, возможно, несколько изменит вес палатки. Тем не менее, все с ней хорошо. Теперь по качеству. Качество изменилось в лучшую сторону. За, за это мы боролись все время в течение всех э, с выхода палатки. Каждый случай брака рассматривался. И каждый случай за собой вел решение проблемы. У меня к этой палатке вопросов по качеству нет совсем. Есть одно маленькое замечание, я о нем скажу в самом конце, потому что мы сделали уже по нему предложение свои производителю и надеюсь, что это будет изменено. Теперь про цену. Значит, архиос представляет из себя нормальную трехместную палатку для походов, не столько для кемпинга, сколько действительно для переноски на себе. И такого класса палатки обычно стоят приличные суммы, у них отрыв от двухместных изрядный. Здесь же цена с нашей скидкой на палатку трехсезонную будет при приближаться к цене без нашей скидки, без скидки по промокоду на двухместную палатку четырехсезонную. То есть получается непрерывная линейка цен, и здесь нет такого характерного разрыва, который есть, например, у крупных фирм, выпускающих двух- и трехместные палатки. Все про промокод я скажу в конце ролика. Итак, друзья, у нас сейчас как раз вот тут ночь уже, вон туманы красивые, и мы проводим уже тест, имеем возможность провести тест с размещение вот давайте у нас э, стоят пенки 190 на 65, но у нас их две. И там они вот не доходят до края, то есть там можно еще получить какое-то место. А обычная пенка, ну коврик для йоги такой, она тоже примерно 65. Она вообще не доходит до края, вон там, видите, вон сколько места осталось. И здесь, соответственно, три человека будут размещаться сейчас в спальных мешках. Артем, сколько у тебя рост? 187. Артема 187. Артем, ляг, пожалуйста. Ты не против? Не, не. Ну вот 187 впритык. Вот ширину, вот три человека в спальных мешках, и вот э, места место полно. Четыре человека. Четыре. Ну, все живы. Вот, Гриша не в спальнике, но он, в, во-первых, он широкий, а во-вторых, он в пуховике. Спасибо, ребята. Для кого эта палатка? Для каких туристов? эта палатка может быть и для пеших походов, и для водных походов, и для горных походов, но не с уходом в зону снегов. Хотя многие наши подписчики и покупатели палатки двухместной забирались в них очень высоко. Мы не рекомендуем уходить в зону выше альпийской зоны. То есть ну, в такой, ком, для такого комфортного туризма. Трехместная палатка вполне позволит проживать здесь двум родителям и ребенку. Двум родителям и двум детям, потому что 205 в ширину это прилично. Но вот для людей высоких, выше, я не знаю, метр девяносто, вряд ли она подойдет, потому что вот ее габариты 205 на 205, с учетом того, что у нас нету здесь хабов, стены этой палатки не вертикальны, и поэтому высокий человек, он поместится в палатке, но он будет либо ногами, либо головой упираться в ткань. Но здесь есть еще один интересный нюанс потому что палатка трехместная теперь можно лежать э, от входа до входа и тогда вы будете упираться в ткань, но вы не будете никак соприкасаться с внешней тканью и поэтому в принципе эту проблему можно решить таким образом. недочет который видимо будет исправлен это конечно вот вставочка в вентиляцию. Если вы посмотрите, она мягкая. И мы уже сообщили производителю и думаем, что в финальном варианте э, такая вставка, распорка будет более жесткой, она будет лучше держать вентиляцию. Ну и еще одна такая смешная история, да. Колышки. Мне кажется, они... Ну, понятно, что палатка бюджетная. И палатка, понятно, на чем э, можно было экономить. Сэкономили, взяли самые простые колышки. И поэтому, если вы берете эту палатку и хотите действительно добиться э, меньшего веса, есть вариант найти легкие колья. И один из наших зрителей, Павел, подсказал нам совершенно шикарный вариант, э, колья, в которые весят там 5-6 граммов титановые. И таких кольев на эту палатку нужно максимум 4 которые могут уже спокойно удерживать ее в комфортном положении. Если вы идете в поход, где нет там ураганов еще что-то, то вы можете взять э, два колышка на входы и два колышка на то, чтобы оттягивать внешнюю палатку от внутренних с боков. И это позволит вам совершенно спокойно комфортно в ней жить, а эти колышки будут весить там не знаю 24 грамма. Я приложу ссылку. Это как бы ваш выбор. Вы можете использовать эти колышки они достаточно легкие, потому что они алюминиевые. Вы можете использовать тонкие колышки. Но если вы ждете какого-то жуткого урагана, то в общем никакие колышки такого размера не подойдут. Нужно вырубать или готовить большие кулья, забивать, крепить, крепить штормовую систему уже накрепко, и тогда вы будете в безопасности. В целом конструкция очень хорошая, ветроустойчивая и все-таки не такая парусная, как некоторые другие варианты, знаете, такие с раструбами бывают, палатки с э, тамбурами или большие кемпинговые. Да, насчет кемпингового использования. Это палатка для походов. Она, как и другие палатки, рассчитана на то, что вы ее на ночь ставите, потом в рюкзак и пошли дальше. Если вы ее можно использовать как кемпинговую, особенно трехсезонную, где много сетки, но либо ставьте ее в тень, чтобы не повредить м -м, ткань ультрафиолетовым излучением. Либо можно использовать специальные фильтры. Есть фильтры, которые распыляешь на палатку, они держат ультрафиолетовое излучение и не дают ей выгорать. Скидка. Каждый зритель канала может получить скидку при покупке Archeos 3P. Для этого вы проходите по ссылке, которая оставлена в описании ролика, и вводите промокод, который также будет в описании ролика. Дело в том, что промокод из, э, нельзя оставлять надолго, то есть он там максимум может быть несколько месяцев. И промокод будет меняться. Особенно перед распродажами делают разные промокоды. Это у них своя какая-то система, в которую я не хочу влезать. Вот актуальный промокод в описании. Все время. Если вдруг какие-то вопросы, пишите в комментарии, я вам в любом случае сообщу э, актуальный промокод. Он сделает покупку еще более привлекательной. Друзья, я очень рад тому, что проект развивается, и я очень надеюсь, что он будет развиваться и дальше. Потому что доступное снаряжение хорошего качества для нас это, мне кажется, большой шаг вперед. Особенно если это снаряжение делается по э, пожеланиям наших зрителей. И здесь есть перспектива, потому что может быть появится и самонадувающийся коврик от бренда Archeos, а может быть и какое-то другое снаряжение удобное и комфортное. Если вдруг мы будем разрабатывать какую-то сложную концепцию, мы обязательно обратимся к вас, вам, чтобы получить э, вашу обратную связь. В честь старта новой модели палатки мы разыгрываем две палатки Archeos 3P трехместных. Одну трехсезонную, другую четырехсезонную. И давайте я расскажу о правилах розыгрыша вы наш подписчик вы размещаете у себя в любых социальных сетях ссылку на этот ролик так чтобы было видно что этот ролик сделан и в комментариях к ролику вы пишете, что вы участвуете в розыгрыше и оставляете ссылочку на э ваш э перепост. К сожалению мы не можем вам гарантировать что вы выиграете одну или другую палатку да? то есть давайте не будем спорить вот кто выиграет четырехсезонную, тот и получит четырехсезонную. Кто выиграет трехсезонную, тот получит трехсезонную. Не надо спорить, потому что я знаю, что есть люди, которые, некоторые, которые добиваются вот какого-то своего решения. Как повезет, так повезет. Вот кому что достанется. Друзья, палатка будет доставляться вам из Китая, может быть, с некоторым лагом, кому выиграют, не обижайтесь. И из-за этого мы не сможем никаких вложить собственных кепочек или еще чего-то, но мне кажется, и так классная история. Мы начинаем розыгрыш. Розыгрыш идет в течение недели. Вы оставляете свои ссылки с перепостом, и мы подводим итоги, запускаем рандомизатор два раза и выясняем, кто выиграл трехсезонную и кто выиграл четырехсезонную. И к вам из Китая придет эта палатка. Там достаточно будет сложная процедура. Если у вас возникнут вопросы, то э, говорите мне, я вам помогу. Там нужно сначала заказать палатку, потом он убирает цену до 60 центов, а потом вы уже э, получаете ее по почте. И еще один момент. Если вдруг так случится, что вы купите, решите купить эту палатку и будете недовольны там качеством или к вам достанется какой-то бракованный экземпляр, э, делайте так, обращайтесь сразу по почте в Алиэкспресс сообщение к продавцу, фотографируйте подробно, рассказывайте, если возникла какая-то проблема о проблеме и вот, ну, Могу уверенно сказать, что продавец очень чутко реагирует. Во-первых, решается проблема либо там с заменой, либо с возвратом денег. Я точно в эти детали не влезаю, это не моя не, сфера, не моей ответственности. А во-вторых, если это действительно проблема, то следует ее решение для всех остальных палаток. По крайней мере, дополнительный контроль по этому вопросу. Всем удачи в розыгрыше, всем хороших походов и до встречи в поле.